Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Darksiders за войну, и этот гул перебивает меня. По идее, он очень сильно меня перебивает, так что я пытаюсь немножко даже немного кричать. Но, ладно, надеюсь, никому это уши не бьет, но мне бьет. Мне достаточно сильно бьет этот звук. Подожди, опять сбросились настройки, да? Нет. Ладно, живи. Живи. Но этих звуков не должно быть. Или в прошлый раз их не я их не замечал, ну ладно. И вещи. Да, я могу их? Не то. А я могу их просто сломать? Да, могу их просто сломать. Ладно. То есть вторая атака. Потому что нам производится удар. Хорошо. Ямпа, я же это разве? Окей. Зачем я это сделал? Ну ладно. Паре, давай. Это... Так, рыб нету, а то сейчас опасность может произойти. Нет, оп. Что? Раз, два. Все, успел. Успел и пролетел. Я не помню, что здесь было. Надеюсь, вы тоже. Так. Пам-пам. А, ну все, я вспомнил. Так, нет, только не говорите, что опять придется сейчас сражаться со скелетом и двумя собаками. Убейте его! Убейте! Да ладно. Так, какая-то... маленькая комбинация у этого у рукавицы. Зато меч хорошо себя показывает, очень сильно, прям даже весьма показывает хорошо. Стоп, дальше ничего же не было. Так, нет, там все сломано и ничего нет. Так, сколько у нас частей? 4 части из 10. Да и значит, игра не такая долгая. Ну ладно тогда. Тогда хорошо. Интересно, можно сделать так? Я вот сейчас просто ради эксперимента. Понял, нельзя. А, почему-то он вклеился в огонь. Ну. Так, shift не хочет зажиматься. Ой, я что-то как-то забыл. Так, и здесь мы вроде закончили, да, если я ничего не... Я, возможно, забыл. А, нет, вот здесь мы закончили, да. Мы здесь закончили. Ну, раз я взял. Ну, ладно. Так, этот раз я хилился, как не знаю кто, всеми, почти всеми. Не понял. Так, еще вниз хотел спуститься. Там вода выпить. Иди сюда. Погнали. Возможно, мне не прямо сейчас сюда нужно, но я хочу спуститься тогда вниз. Нет, нам позже сюда. Значит, мы сейчас поднимем водичку и... А зачем я сюда залез? Нам сюда. А, ну понял, почему зачем я сюда залез. Ничего, здесь никого. Ну, ладно. ХП мне пригодится в любом случае. Так. А. Ну мне только. Я так не хочу. Ну. Так. Окей. А, ну, погнали, у нас здесь пар... Ну, как сказать, как его можно так назвать? Это относительно. Поднимись и взять ничего. Так, стоять. Я поднялся на уровень выше, и там была... Так, давай, одна.
Первая есть. Вторая есть. Третья есть. А, зачем мне хп сейчас? Первая пошла. А, ну то есть мне сейчас шестерни. Шестерни все надо освободить. Ой. Опять устанавливаю. Не понял. Понял. Во-первых, нужно с вами разобраться. Я могу их ловить? Нет. Хорошо. Так. Так, подожди. Раз, два. Так, shift. Или я могу отсюда это сделать? Если могу отсюда это сделать, это хорошо. Нет. Хотя, если я достаю до них, то значит мне немножко вперед пойти. Ну, чуть-чуть. Так, а вы же... Чем мне это поможет? Они же не так близко, по идее. Так, стоит. Если я от седого захочу стрелять. Ну, в принципе, наоборот, я понял. Хорошо. И зачем? Так, подожди. Ну пусть будет, ладно, я не против. Или я теперь из-за того, что я могу сюда забраться. Все получится. Сомнительно, если честно. Расстояние. Расстояние. Вроде легко, а вроде на первый взгляд сложно. Странно. Все это ради того, чтобы поднять немного воды. Сейчас я немножко совсем чуть-чуть даже. Окей, но что? Я понял то, что расстояния, оказывается, там хватает, чтобы... О, кстати. Расстояния там хватает, и теперь нам намного сильно. Так, давай вниз. Просто спускайся вниз.
чемпион. А, ну больше ничего нету, ладно. А я могу вверх ускориться? Поднимись. Нет, не могу. Так, мы сейчас кого-то должны уничтожить, даже падальщицу или как ее зовут, я не помню. Опять-таки, вы ХП мне установите? А, у меня вроде все. Не все уже, давайте сюда. Так, о, еще, и еще. Как раз все восстановил, идеально. Просто великолепно, мне кажется. Сюда. Или нет? Я забыл, куда идти. Ну, значит, все, ладно. Опять поезда? Должно быть. Наберем и толкаем. А, я так себя защищаю от того, чтобы меня не съели. Ладно. Но, а что тут? Здесь просто пустая комната. Она ни для чего не предназначена, что ли? Просто интерьер. Часть карты, по идее, здесь все должно, можно сказать, взаимодействоваться или как-то смысл всего тут должен быть вот как у этой комнаты, но этого смысла я сейчас не видел, что у меня по ХП. Ну, как бы сейчас он был вообще незаметен, как бы вообще слово совершенно. Опять с тобой драться, давай. И нет, давай с одним. Ай-яй. Они очень резко это делают. Очень резкий удар. Так, хорошо. Идем сюда. Будем сейчас бить. С тобой тоже так же разберемся. Так, ладно, выдираем теперь рог. Где тот? А куда тот был? За вторым? Я проглядел, что-то он погиб, что ли? Не может такого быть, подожди. Они что, так сильно друг друга могут убить, что ли? Давай. Продолжим наше путешествие по твоим сторонам. Ну, то есть один удар. Один удар на каждого. То есть даже на такого же сильного, как он, всего один удар требуется? Не, ну, вот не верю, честно. Интересно. Откуда мы прыгнули? Нет, а здесь серая такая территория. Так, что тут? Тут мы продолжаем путь, ладно. Здесь лужа, да? Ты давай, подожди. Как по мне попали? Я же цеп. Так, хорошо. Нехорошо. Может, уже начнешь немножко умирать? ХП вроде сейчас не особо нужно, но на всякий случай попробую.
Так, это я лифтом воспользуюсь. А, не. Или я воду спущу? Нет, я не спущу воду. Я открою какие-то ворота. Зачем? Так, стоять. Куда мне сейчас идти? Я могу просто сейчас исследовать территорию дальше, да? Или же что-то сделать. Например, сейчас давайте пройдем сюда. Я не отседова пришел, наверное. Да точно не отседова. О. Это мое. Вроде потратился в прошлый раз. Так, нормальненько. И что-то деньги вернулись. О, здрасте. Карта. Таких только карта, и все. Искатель кладов. Демонические безделушки, указывающие расположение всех сундуков поблизости. Подожди, это... Что это? Это мне напялить на что-то нужно, да? Кузнец. Нет, подожди. А где? Это просто типа бафа, который... Что? Это просто баф, чтобы видеть все сундуки на карте? Я же их вроде и так видел. А, или там обязательно нужна была карта? Ладно, пусть будет. То есть нам все-таки в эту сторону, и там мы вернемся, чтобы мы чекнуть. Я уже запутался полностью в этих... проходах всех. О, совсем. Так, я... Чего? А, на карте, кстати, показываются сундуки. Так, это я не брал. Ну, значит, я пришел отсюда и пошел дальше сражаться. И здесь было три входа, которые из них должен быть тем, я не знал. Хорошо. То есть, пошел сразу по... Сразу по заданию, ладно. А если бы я не вернулся, я бы не узнал расположение всех безделушек. Да, сюда. Не зря же ворота. Окей. Чё? Нет. Чисто. Нечисто, неприятно. Уже вижу. Там что-то... О, ярость опять. Интересно, сколько можно максимум ячеек ярости за всю игру найти? Не вниз, ладно. Что, кто-то драться хочет? Музыка такая напряженная, что как будто кто-то хочет драться. Главное, что... Ну, спуститесь хотя бы. Ау, я же ударил. Ну, иди сюда. Хотел установить КП, но... Нет, я не буду этого делать. Хотя, может быть, что-то это да пригодится из этого. Здесь может что-нибудь быть интересно. А, мне сюда и надо. Ладно. Или нет. Да ладно тебе. Я выполнил задание, ладно. О. А, это я здесь поднимался. Окей. Хорошо. Отседовый. А, ну ладно. То есть мне нужно придется возвращаться назад для того, чтобы что сделать? Без понятия. Но ярость я точно заберу. Пускайся. Хп.
Не нужны мне ваши хп. Вот, вот, прилетели живые хп. Чисто белок прилетел. Я не знаю еще. Но белок прилетел, что говорится. Ой-ой-ой, не-не-не. Восстанавливаем хп из белка. Ничего нет. Говорится, почему бы нет? Мне нужно где-то найти еще одну часть этого. Как его, медальона от дополнительного очка, дополнительной полоски здоровья. А я могу дальше допрыгнуть? А. Окей. Ну, бить, как я понимаю, мне придется... Перчатка, ладно. А еще у нас? Ничего. А, ну разогрей тогда для меня. Что? А, я не могу. Остуди, пожалуйста. Не, остуди. Мне нужно, чтобы ты остудил их. Эй, как для тебя остудить? А. Ну это я точно сломаю. О, остудилось. Давай, я тут. Эй-эй. Ну нет, подожди. Давай честно сражаться, и не будешь ты больше... А ну, да ты чё, я же не настолько ушел. Ну. Да нет. Я тут. Ага, одна есть. Вторая тоже. Давай, давай, давай. Так, подожди, ты я, меня это защитит. Да, да. На секунду я не поверил, то, что мне это решили. Ой, как я понял. Ты чё? Я же... Ладно. А, по ноге. Иду. Бегу. Ага. Ну, блин. Давай, теперь точно тебе будет больно, потому что там основу я расколол. Нет, он, оно вызывает, да, своих? Да. Ты, ой, ой. А, ну давай, кстати, мне много хп. Бам. Ау. Хотя мне не надо. Хотя... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, больно, наверное. Да и мне тоже больно. Так, давайте на всякий случай еще раз ударим по этому. Хорошо, просто бьем. Сколько тебя бить? Можно еще раз? Точно еще раз. Да ладно, я же... А. Ну ладно тебе. Не надо вонять. Или... Подожди, или из тебя нет? А, из тебя? Сразу минус миллион. Сразу. Хорошо. Ах ты, зачем? Ну нет, нет, стой. У меня нет восстановления больше, так что... А, хватит. А как быстрее, так? Так, так, пешочком быстрее. Должно быть слышно как-нибудь. А, все? Какой-то слабенький босс. Если это все, то слабенький босс. Ой, минус нога. По той же ноге, кстати. Ой. Ух.
О, камень жизни, только... Да. Сердце приближенного. Самуэль нужен... Самуэлю нужен этот мощный источник мистической. Так, хорошо. Чё? Слезами горю не поможешь. Задание. Ой, достижение. Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас... С возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе, похоже. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просила помощи, я помог. Если будешь неблагодарным... Я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться. А, кстати... Старый приятель, достижение. Пистолет тонкой работы, снабжение бесконечным запасом патронов для истребления врагов. Нажмите ролик мыши для выстрела. Спасибо. Мне бы его сейчас еще назначить, да? Да, конечно. Инвентарь. Если он включится, спасибо. Да. Так, анатап, смена. Хорошо. Я могу с тобой поговорить? Летите прочь! Прям бесконечный патрон, серьезно, просто жму на ролик мыши. Так, я зажал. Окей. Пусть так будет. Я могу вниз. О! Я могу что-то найти. А. Для меня тут ничего не видно снизу, а для вас, возможно, все видно. Окей. Это точно какая-то кузня. Он кузнец. По идее, он мог прокачивать бы нам оружие, но нет, он... А, лава. Понял. Понял, хорошо. Рад снова видеть тебя, всадник. Так, чего? Давай, привет, еще раз. Давай, сейчас поговорим с тобой. Ну теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. А теперь проваливай, хорошо. Пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. А, я могу вот так, да, может, вверх. Хорошо. Он не перегревается, он бесконечное количество патронов, хотя в магазине там около 6-8 патронов, как-то так. Я теперь могу открывать эти двери? Ну, спасибо. Ну, спасибо. То есть ты стал сильным после того, как тебе дали вот эту перчаточку? Ну, ты какой-то, да. Мне нужно теперь найти... Что мне нужно найти? Мне нужно найти Вульгрима, чтобы тэпнуться через него к Самуэлю, чтобы он поглотил эту херню, это сердце, и все будет хорошо. Также можем потом проверить, что было в другой части карты, когда там эти были кристаллы. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Умиротворитель, хорошо. Что? 2500 ты стоишь? Сильно. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Ну что же ты мне достал нового? Удар метеор позволяет... Чё?
позволяет войне совершать рывок в воздух. Вот это вот, вот это полезно. Твоей силе. Сильный удар. Нет. Сильный круговой удар. Ладно. Пила. Пробел и удерживаю. Ты слишком давишь на меня, всадник. В обратную сторону. Ну давайте вот эти закупим. Чтобы он смерчи там. Смерча я не знаю. Затем у нас что у нас есть? Так, недуг. Вы можете за. Так, стоп. При использовании энергии, хорошо, здесь две, ладно. Вы можете заражать врагов недугом, постепенно подтачивающий их здоровье. Равна твоей силе. Купим. Так, получено достижение всепоглощающая ярость. Чего? Из чего же это такое название у этого достижения? Полет метеора. Полет метеора. Интересно. Хорошо. Бум-бум-бум. Адская бритва назад. Так, мне хватит? Не, не хватит. Так, теперь норы. Ой, норы. Мне сюда, то есть здесь. Качнулся на славу, как говорится. Я рад. Прям, ну, прокачка мне нравится сейчас. Прям, ну, вроде что-то могу теперь, а вроде я не знаю даже, что, как это делать, потому что я не читал, как, даже не думал читать, как это делать. Ну, как это, то есть у всех одинаковый путь, ладно. Ладно, хорошо, пусть будет так. А, нет, стоп, это я тут просто тэпаюсь в то же место, и там такая же... Такой же путь, значит, может быть, в другую точку, это будет другой путь. Все возможно. Теперь флаг. А, плакальщица, падальщица. Ладно. Вы ничего не слышали. Вот что это за синяя хрень? Два удара, три удара. О, подожди. То есть после любой задержки... Подожди. Раз. Мне нравится это комбулинг. Теперь я могу еще... Блин, подожди. Да, теперь я могу еще рывок в воздухе делать. Вообще кайф. Хотя он какой-то... не рывок. Ну, его трудно назвать рывком. Прям рывком. Вот это рывок. Подожди. Вот это рывок. Блин, здесь не хватает даже места, не хватает. Вот это рывок. Ну блин, это прям... Мне нравится. Вот эта комба мне нравится. Только она очень долгая. Сейчас вот, надо проверить. Сейчас, зайдем. Проверим. Нет, не такая долгая, как я думал. Ладно. Просто я медленно нажимал. Ладно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ай, качешься. Итак, здесь у нас все. Теперь мы пойдем опять направо, потому что там были эти. Как зовут-то? Напомните мне, пожалуйста. Но эти кристаллы. Мы по силе там быстро сходим, там по-быстрому. Там они вроде недалеко, так что. И как, ты доволен собой? Война и черный молот ощипывают голубей. Из тюрьмы ты умудряешься многое видеть, Самаэль. Ты немногое сможешь укрыть от меня, всадник, потому видит ум, а не глаза. Что тебе известно про ангела Уриил? А я-то думал, что всадники выше таких земных страстей. Она думает, будто я убил Авадона. Воины небес боготворили своего предводителя. Уриил же. Я бы сказал, что ее восхищение носило менее профессиональный характер. Она готова на все, чтобы покарать виновного в его смерти.
Я сражался с демоном, убившим Авадона. И он обретет свою кару. Страга! Сильнейший из приближенных! Конечно, ты еще столкнешься с ним. Он получает силу от цитадели и не станет отходить от нее надолго. Зная то, чему я научил тебя, ты можешь даже пережить вашу встречу. Чье сердце теперь тебе нужно, демон? Сердце стигийца, короля древних червей, заполонивших пепельные земли. Черви очень быстро плодятся в столь плодородной почве. Плодородной? Плодородной от мертвечины. Все вокруг покрыто прахом погибших на войне. Может, тебе повезет. Безмозглые демоны ловят червей ради забавы, но порой охотятся и на других созданий. Сильнейших из них потом заставляют сражаться друг с другом на арене. Демоны пытаются обуздать стигийца. Они не знают, что в огромном теле чудовища бьется черное сердце приближенного. Как же демоны избегают пепельных червей? Тебе известно про хроносферы? Один из даров древних. Говорят, что владеющий хроносферой может управлять временем. Он может остановить его, ускорить или даже обратить вспять. Верно. Старых мастеров уже нет. Но демоны могут использовать хроносферы, пускай и не столь искусно. Я передам тебе знания о хроносферах. Не все, но его, возможно, хватит, чтобы справиться с пепельными червями. Возможно? Возможно, нет. Разве можно быть в чем-то уверенным, всадник? Ну, кроме как в нашем уговоре. Аня. Замедление времени, получено достижение. Ладненько, давайте так, как-нибудь по-другому встанем, то... Хрономант. Теперь война может использовать хроносферы, чтобы ненадолго замедлять течение времени. Хорошо. Так, давайте тогда вот мы в прошлый раз вот как-то так, вот позапрошлый, давно уже, но как-то вот сейчас вот сюда, чтобы как-нибудь красиво, чтобы во. Во-во-во-во. Вот так вот. Итак, всем, пока что был Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.